Вот ёлки-палки. Капец. Будет цыплёнок. От ёлки-палки. Проверяла на оплот. И затруднительно было побачить. Думаю, полюбопытствую. Був там оплот или не было там оплота. А там был таки цыплёнок развития. Бачите? Глазик даже есть. Голова первоначально начинает образовываться. Вот такая ошибка. А теперь думай. Быть яйца или не быть. Какие тут у нас под вопросом. Или забабахать их в инкубатор. Вот так. Оставить только сами, что светли есть. Точно, точно знаешь, что чисти. Вот так, ребята. Це яйцо от міні-м'ясних курочек. Я підписую дати, де оплот, де не оплот. Брез радує нас. Брез є оплот. Брез – це ті, що світлоглазі з красною мочкою. У них хороший оплот. І менюшки наші. Так як у міні-м'ясних відбувається заміна петухов, може бути оплот теж мать разницу. Їх 4 петуха. Так що, от такий у нас міг би бути образуватися цим пленок. От так. Колись так зробити, ребята, заложити яйцо експериментально в інкубатор, як перепелине, і так же саме і курине. І от кожен день розбивати і дивитися, ну, на ембріон, як він там розвивається. То есть с каждым периодом ты знаешь, а просто наяву подивиться, как развивается эмбрион. Так хотела сделать и с перепелиным яйцом, и с куриным. Это надо, чтобы эмбрионы были вот такие вот полноценные, видите? Чтобы они были нормальные, полноценные, потому что есть, что цыпленок или перепленок, він по якимось там причинам може приостановити своє розвиття, і таке ошибочно. Я знаю, що хтось скаже, це кощунственно, це так не можна, пускай будуть там цыплята і так далі. Ну, животноводи, вони більше сталкиваються як з життям, розвитком, так і з їх гибелью, і в результаті це все їх гибель, їх смерть уже в кастрюлі у хазяїна. Даже не знаю, от яйця осталось під вопросом. От, і от єсть неоплод. І тут, по-моєму, неоплод це точно. Це під вопросом із усього контейнера. Це то, що я не могла побачити через освещення із телефона фонарика. Я сейчас взяла фонарик вот такие вот, потому что благодаря локдауну мы закупили таких фонариков, у нас до хрена и трошки говорится. Вот, и ставлю вот такую вот штучку, и он загорается, потому что глаза портить, зайчики наловлюются. Кто делает там овоскоп, кто по-разному, кто бутылку там, кто як. Вот, к примеру, ставишь яичко, да, и оно вот видно, что оно повністю чисте. Так, бачите, як Лена овоскопірує. Можна нормально зробити, можна отак примітивно зробити. Взагалі-то такі речі я роблю дуже рідко. От, ну, вже як вкрай, там треба десь пересортировку робити в інкубаторі. Так як у нас зараз тут приходиться яйцо овоскопірувати, и освобождать место. Еще хочу вам показать такое яйцо. Это мини-мясная курочка снесла. Яйцо с весом 75 грамм. Вообще-то в менюхе, если несут яйцо 70 и выше, оно считается неоплодотворенным. Но проэкспериментировала. Гляди, она и залетела под петуха. Но оказалось, что яичко полностью стерильное. Как я и говорила, у менюх может быть даже яичко 70 граммовое.
Может быть, яичко даже 70 граммов, это 75. Бачите, я тут писала. Так, у нас сейчас дождь, задощилася, и в цей період времени, чтобы не занимать время в благоприятный період, коли погода, що можна якусь роботу виконати на дворі, на огороді, на хазяйстві. От я рішила, от, як говориться, поболтати яйця. От, от так. Продовжаємо далі.